Всем привет! Сегодня я буду делать распаковку своих посылок, которые идут сейчас тысячи лет. Начнем с очки Balenciaga. Не знаю, зачем они мне. После Японии стрелка немножко поменялся, но подумала, ладно, откуда я могу делать такие вот очки. Идем дальше. Такой вот подарок мне прислала моя подписчица из Казахстана. Не знаю, что это за бренд. Old Flash, Old Ash. Такой вот чокер, который, как говорится, режет шею, но смотрите, какие тут шипы. Нравится. Супер фанат Тарби. Просто не могу пройти мимо тех Тарби, которых у меня еще не было. Поэтому в очередной раз я себе заказала Тарби. Вот такие хорошенькие. У меня есть такие черные с кожи. Они типа делаются без пятки. Делаются без пятки, как хочешь. Вот такие вот. Все вам сейчас там вырежется, вставится, примерка. Следующее. Это Саша мне подарил. Comme des Garçons Nike. Вот такие вот. Прикольные. Я их увидела в Японии. Не знаю, почему я их там не купила. Пришлось заказывать. Так, а это жакетик от Rickolls. Очень забавная история. Перед Новым годом Ксюша Шипилова и мама просила сходить выбрать подарок в ЦУМ, так как у нее был сертификат подарочный. Мы с ней ходили, там просто, не знаю, часов 6, уже маялись. Ну, вы знаете, да, как к нам в России сейчас не заводят ничего нового. В итоге купили жакет этот ей, но он ей большой. Тут, короче, я на новогодней сижу. А я этот жакет просто обожаю. Это классическая модель Rickolls. С изжовой кожей, с рукавом. Смотрю, он на супер скидке на Йоксе. Заказала, он мне приходит, он мне маленький. И что мы сделали с Ксюшей? Поменялись. Такая вот замечательная история. И всем хорошо. Следующий лот без коробки, потому что я заказывала их к себе в Японию. Наша почта не успела доставить без коробки, чтобы быстрее-быстрее. Таможня, не таможня. Вот такие кроссовки с коллаборацией Margiela Salomon. Вчера ходила в них, поэтому они грязные. Следующий вот. Вчера мне написала продавец из ЦУМ Outlet. Откуда она меня взяла? Для меня загадка. Оказывается, я там покупала юбку Rickolls. Я у них в базе числилась как человек, покупающий Rickolls. Она мне пишет, что у них на складе очень много Rickolls, которые не представлены на сайте. Я говорю, ну-ка. Она мне как скинула там талон фотографий. Я глаза под лоб побежала покупать. И купила себе такое офигенное платье в пол Rickolls. С 70% скидкой. Не скажу сколько, потому что я немножко соврала папе, сколько оно стоило. Такое платье. И уже успела прилипнуть на хна, пока я ждала распаковку для Ютуба, не вскрывала. Это такой вот тот лук от Bloom Kimberly. Это русский дизайнер. Упаковка, видите, какая? Я ему пишу, а так что вскрывать-то? Он говорит, резать. Я подумала, ладно. Даже жалко как-то резать, как будто толстовку режешь, да? Я еще сама не видела. Это сумочка вот такая. Мне теперь так нравятся вот эти все рюши. С Comme des Garçons ассоциируются. А это что, подожди? Это что, живой? Как будто заяц, да? Нет? Да, кстати. Похоже на есть, него. Есть, да, ощущение, что заяц? Что-то с ушами. Это вот такая сумочка. Прикольно. Это такой total look. Прикольно. Это вот такой худи укороченный. И там должна быть юбка. Сама не вскрывала, интересно. Ой, супер. И вот такая юбка. У этого бренда, дизайнера, там парень, по-моему, дизайнер. У них все вот с такими штучками, там есть классное платье. Здесь будет ссылка. Очень классно смотрится, нравится. Здесь вот еще, смотрите, такие штучки. Можно прям... Вот они, по-моему, очень вот до сюда дойдут. Можно прям сильно со сборками сделать ее. Ну, короче, чтобы она такая... Такой формы необычной была. Повернись. Ну, подай... Ну, блин. А, ты быстро? Там, ты быстро, и ты пока поворачивалась, ковырялась там. Ага. Здесь тоже, видите, такая шнуровка. Сумка. Как будто бы заяц. Ну, спросим его, заяц это или кто. Ну что, переходим к следующему аутфиту. Давай еще покажем джинсы Рому Варова, которые я взяла для мамы. Давай. Сейчас
принесу. И подарок для мамы. У меня мама, моя мама, увидела мой обзор из русских магазинов. На кого больше всего подействовал этот обзор? На маму мою. Она уже и Рому Уварова, и то, и все, все собралась покупать. Ну и короче, Рому Уваров. Вот такие джинсики мы взяли для мамы. Я еще думаю, что это такое? Ты же говоришь, что это так полагается. Ну, Рому Уварова реально, мне кажется, очень классный. Типа прям дизайн у человека имеется, не так, как у нас у всех. Ну, я маме рекомендую их носить с казаками и с каким-то черным свитером. Обычно, без дырок, без всего. Может, здесь ставлю фотку, но не факт. Так, ребята, еще я забыла вам поделиться главной покупкой января. Я на самом деле эту куртку хотела еще купить в декабре. У моих друзей Миша и Кити есть архивный винтажный магазин, который вот здесь сейчас появится. Я там давно присмотрела себе эту курточку. Это Марджелла 2008 года. Я все смотрела, 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 смотрела. Думаю, надо, нет. И тут на съемках после вчерашних новостей меня нарядили в эту куртку. Ну а вы знаете, такое делать со мной нельзя. Нарядили, но я и ушла в нее. А как она смотрится на мне, вы увидите все после вчерашних новостях. Обзор снят. А мне теперь все убирать. Спасибо, что посмотрели. Встречаемся в следующем выпуске.